Производители персонального аудио формально делятся на два лагеря. На тех, кто продолжает топить сугубо за звук по проводу, и те, кто не отстает от новых трендов беспроводного звука в частности. Сейчас практически все производители имеют в своей обойме как минимум одни ТВС-наушники. Не остались в стороне амбициозные парни из Kinera, выпустив свою полностью беспроводную модель YH623. ТВС-наушники – это когда ваши беспроводные наушники не соединены между собой проводом и заряжаются лежа в компактной шкатулке, которую необходимо носить с собой. Вставляем их в специальное углубление и начинается подзарядка. В кейсе встроен собственный аккумулятор, который тоже периодически необходимо ставить на подзарядку. Встроенная батарея наушников обеспечивает около 6 часов музыки, если слушать на громкости чуть выше средней. Зарядный кейс даст еще 3-4 полных заряда, что суммарно 24 часа музыки. Если вы поместите наушники в зарядный кейс всего на 15 минут, это сверху даст еще 2 часа работы. Немало. Инженеры Kinera не стали экспериментировать и для зарядки использовали современный разъем USB Type-C с обратной стороны чехла. Кабель, само собой, в комплекте. Наушники YH623 построены на 6-мм драйвере, поэтому для их раскачки не требуется особо мощного источника. С головой достаточно смартфона или обычного плеера. В первую очередь выделю систему подавления шумов во время разговора по гарнитуре. За это отвечает программная часть от Qualcomm в лице протокола CVC 8.0. В каждую из чашек интегрированы по два микрофона, которые замеряют и отсекают шумы улицы. За беспроводное соединение ТВС-ок отвечает чип от Qualcomm, что дает поддержку новейшего протокола Bluetooth 5.0 с аудиокодеками SBC, AAC и, самое главное, APTX. Как раз поддержка этого кодека и выделяет новинку от Kinera среди собратьев по бюджетному сегменту ТВС-наушников. Модель предлагается в двух цветовых вариантах – глянцевые синие и матовые розовые. Оба варианта выглядят приятно и презентабельно. Корпус наушников специальной анатомической формы для удобной посадки в ухе. Они не создают дискомфорт при длительном использовании и попросту не торчат в стороны. На корпусе размещены специальные прорезиненные вставки, которые добавляют посадке надежности, а прослушиванию комфорта. Дополнительных резиновых фиксаторов и заушных креплений здесь не предусмотрено, но они здесь и не нужны. Посадка наушников надежная и удобная. Главное изначально правильно подобрать размер силиконовых насадок и четко усадить YH. H623. Бегать в них я не пробовал, но даже при самой интенсивной ходьбе из ушей они выпрыгивать не собирались. Предусмотрели защиту от влаги, пота и пыли по стандарту IPX5. Намек на использование даже в самых полевых и погодных условиях без последствий. В плане звучания наушники вкусно передают низкие частоты. Музыку даже с очень ритмичными акцентами слушать приятно. Здесь гладкое перетекание в область средних частот. Несмотря на некоторый спад серединки на графике очиха, средние звучат тепло и проникновенно. Высокие заметно приглажены ровно настолько, чтобы не резать слух. Кстати, управление в наушниках сенсорное, причем сенсор интегрирован в каждый из наушников. То есть управлять плеером и гарнитурой можно как правой, так и левой рукой. Сенсор работает порядочно, без нареканий и торможений. True Wireless Stereo – это два между собой связанных наушника. Нет всяких там дуг, проводов и ошейников. Как я уже и говорил, тренд данного форм-фактора продолжает свое шествие и получает все большую и большую популярность. Я было дело тоже не верил в эпопею ТВС-наушников, но постепенно признал – это удобно. При просмотре видео или прослушивании музыки вдвоем вы не скованы кабелем. Плюс каждый из наушников можно использовать как отдельную гарнитуру. Послушать, сделать выводы и купить гарнитуру вы можете в наших салонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.